Прямо по курсу микрорайон Лиминда. В этом году Лиминда отмечает свое 107-летие, а в само празднование заложена идея путешествия на судне в разгар летнего сезона. С 11 до 13 часов в Лиминском парке пройдет областной спортивный конкурс «Папа-турнир». Для всех желающих будут работать интерактивные площадки. Также будут организованы спортивные площадки, городки и шахматы. С 16 часов праздник продолжится на площади Лиминского дома культуры. Здесь для посетителей будет работать музейная комната и фотовыставка «Речные просторы», а также молодежная площадка «Мануфактура». Слушать веселые песни и танцевать все вместе в концертной программе «Под парусами мечты». А клуб «В нашу гавань заходили корабли» представит свою праздничную программу. На теплоходе музыка играет. Ближе к вечеру зазвучат любимые танцевальные хиты в исполнении Алексея Беляева. Группа «Мили» и Ивана Лешков подарят гостям праздника хорошие песни. Завершится день пенной дискотекой под открытым небом. И пусть наше путешествие будет наполнено дружеским общением и хорошим настроением. Ждем вас! 3 июля в Лиминде!